Встреча с медведем. В сетях появилось видео бегущего по обочине хищника. Его сняли в районе Тарасовского месторождения. Весной вероятность встречи с хозяином леса велика. Что делать, если на дорогу вышел медведь, комментирует зам начальника управления по делам ГОЧС Муса Тагиров. Необходимо дать понять медведю, что жертвой мы являться для него не хотим ни в коем случае. Каким образом это можно сделать? Всячески вести себя нестандартно, то есть кричать, можно взять бревно, какую-то палку, очень сильно шуметь, можно замахиваться на медведя этими самыми палками. Опять же, если у вас есть с собой огнестрельное оружие, сигнальная ракетница и так далее, то, конечно же, при наличии угрозы необходимо воспользоваться этими средствами. Если зверь вас не видит, вы можете уйти незамеченным по дороге, по которой пришли. В таком случае, напротив, не привлекайте к себе внимания. Шуметь категорически запрещено и рядом с медведицей, с медвежатами. Она может воспринять это как угрозу. Медведь движется со скоростью 30-40 км в час. Вся его физиология предусмотрена для того, чтобы он мог бежать с такой скоростью по лесу. Человек, конечно же, по лесу с такой скоростью бежать не сможет. Да и в принципе для человека это довольно затруднительно. Поэтому бежать от медведя не пытайтесь ни в коем случае. Чтобы избежать встречи с медведем, специалисты рекомендуют не оставлять в лесу после себя пищевых отходов, чтобы не привлекать хищника к местам отдыха, а также избегать тропинок со следами дикого животного.